Приветствую вас, друзья! Служба безопасности Украины показала эксклюзивные кадры со своим надводным беспилотником, который атаковал Крымский мост, большой десантный корабль «Оленегорский горняк» и российский танкер «Сиг». Ранее была информация, что для этих атак использовался морской дрон «Магура», но оказалось, что задействовался именно морской «Малыш». Глава СБУ Василий Малюк, в честь которого, собственно, и назван дрон «Морской малыш», в интервью телеканалу CNN рассказал, что разработка этого дрона началась сразу же после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Разработка дрона велась коллективом СБУ при участии гражданских инженеров и айтишников. Производятся дроны в Украине на одном из подземных заводов. Морской дрон получился удачным, на его счету уже минимум 3 успешных операции. Полные его характеристики пока что засекречены, известно лишь то, что он может преодолевать расстояние до 1000 км и имеет боевую часть массой от 450 до 850 кг. Масса боевой части может меняться в зависимости от поставленной боевой задачи. При массе боевой части 450 кг дрон может развивать большую скорость и быть более маневренным. Именно с такой боевой частью и были атакованы большой десантный корабль «Оленегорский горняк» и танкер «Сиг». СБУ предоставила CNN видео июльской атаки на Крымский мост, на котором видно экран пилота за несколько мгновений до того, как Sea Baby доставил 850 кг взрывчатки к одной из бетонных опор моста. СБУ также предоставило CNN 2 видео с камер видеонаблюдения, на которых виден момент удара одного беспилотника по дорожному участку моста. А затем, примерно через 5 минут, еще один удар беспилотника по железнодорожному участку с противоположного направления. Морские дроны – это очень важный и эффективный инструмент противостояния российской агрессии. Оккупанты боятся этих дронов как огня, потому что понимают, что рано или поздно каждый из их пока еще уцелевших кораблей познакомится с этим дроном поближе. Результаты такого знакомства все уже видели, и если в момент знакомства на корабле будет находиться БК, то шансов остаться на плаву у корабля не будет. Еще год назад я снимал видео про морские беспилотники. Тогда я рассказывал про дроны, которые стоят на вооружении США и стоят около 5 миллионов долларов. Но мы их так и не получили. Сейчас орки в Черном и Азовском море уничтожаются с земли и с воздуха с помощью ракет «Нептун» и беспилотников «Байрактар». А совсем скоро начнут уничтожаться и с помощью морских беспилотников, которые будут оборонять акваторию Черного моря. Однако уже тогда было понятно, что именно за морскими беспилотниками будущее, и они смогут взять под свой контроль Черное море, уничтожая корабли и мосты оккупантов один за другим.